Традиционная весенняя уборка города в самом разгаре. Сейчас в Рязани моют тротуары, ограждения, бордюры, поливают проезжую часть, убирают смет и мусор. Это ключевые задачи на сегодняшний день. Сейчас техника работает на площади Театральной. На данном участке проводится помывка пешеходной дорожки. Также проводится отмывка заборов после весеннего периода. На данном участке задействованы 2 единицы техники, это трактора «Керхер». Также работа проводится по сбору случайного мусора, по механизированному подметанию тротуаров. Следующий этап – это будет площадь Победы и скверно-соборный. Также подкрашиваются бордюры, ограждения. На улице Рязани вышли поливомоечные машины и пылесосы КАМАЗы со специальной вращающейся щеткой. В городе должно стать значительно чище и легче дышать. Но коммунальщики обещают, что будет еще лучше. Чистые заборы и тротуары покрасят. Комплексная уборка продлится весь апрель. Коммунальщики должны убрать и очистить город к майским праздникам. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».